Ирина Рожко. Здравствуйте. Когда на день рождения зажигают свечи и на торте загадывают желание, оно, получается, сгорает и не исполняется. Почему? Ведь в тот момент, когда собрались гости, и в тот момент, когда у человека хорошее настроение, в тот момент, когда он радостен, когда квинтэссенция, кульминация, сублимированные чувства радости, множество подарков, любимые люди, которые ему желают что-то, и тут приносят торт и говорят: загадай желание, то в этот момент появляются вот эти чувства. Это невероятные чувства радости, благодарности, которые одновременно смешиваются, и эти чувства и позволяют человеку в дальнейшем исполнить его заветную мечту. А свечи — это уже фетиш, это не так имеет значения. Можно и не свечи сделать, можно там в торт лечь лицом, и тогда все равно желание исполнится, потому что все будут смеяться и так далее. Я всегда на протяжении своих ступеней говорю слова, что, друзья мои, следите за своей психической энергией, которая возникает, когда мы радуемся и когда мы испытываем состояние радости. И в тот момент, когда у меня появляются какие-то нереальные чувства радости, счастья, там, с детьми или еще с чем-то, я не упускаю возможность в этот момент загадать какое-нибудь желание. И оно очень быстро исполняется. Просто я стараюсь сделать так, чтобы не загадывать глобально и много. Желайте по чуть-чуть, не надо много и сразу. Это очень важно, кстати.